А? Блин, музыка классная, это Crisis City называется. Да ну, дурацкие кубики. Да, как... Просто прости. По еде это к нему. Да, а как? Чё? Да ну. О, это из Уху Спайка? Да ладно, это же хардкорная игра. Не хардкорная. Да ну нахрен ваш плейн этот. Так, куда дальше? Оу, так. Ой, мне показалось, это что-то сложное. Яблочки летают, и что? А, я, кажется, понял. Дырки вроде. А, или есть. А, ну не доехала до зеленого. Надо, когда уже половину синего проехала. Лучшая смерть. Блин, что-то охренительно. Я об зеленую задел, да ладно. Но это было близко. А, ну блин, давай, ну. Не могу нормально словить, лол. Ежешь. Так, ворота открыты. А, ну что за лол? Блин, что-то как-то неприятно. Да ну, прыгни ты, ну блин. Тяжело предугадать было. Задолбал, кит. Просто прыгни. Ну все, это ГГ, да? Ну да. А. Затуплено, затуплено. Могло быть и не ГГ.
Там вообще можно встать и подождать на краешке. Чё я куда заторопился? Пофигу, можно подождать. Так. Ждем красную, да, ждем красную. А как? Лол. Что ты там расписал? В правый бок, в правый шип синий, в правый синий шип. И для чего это нужно? Просто так? А. Я понял. А, что там вылетело-то, блин, Рентару, привет. Рентару вылетел там. А, это сейф вылетел. Понятно. Наконец-то. Это триггер? Ага. Ол, умер. Стоп, это вот это любимый экран Игенлажа? Чем же? Ух, лол. Ну, экран на стабильность, я понял. Но тут довольно легкие моменты, поэтому... А, хотя вот это, конечно, уже неприятно немного. Так, а куда мне... А. А для чего мне туда идти, к тому триггеру, я не понимаю. Пушка! Да лол. Секью, ну там, ну блин, мелко же, непонятно чё. Ну идем к Риане. Открылся выход из уровня, ну, из этого экрана. Да, ну мы узнали, где выход. Отлично. Так. А, Лиана моя любимая. А зачем там те шипы убрались, я не пойму. Что ж такое? Что ж такое?
тысячу смертей затащила. Это чё? Это гравитация? Чё? Какая-то айвона бизая руки мин. Неплохо. Просто попробовал. О, ВВВВ! Отлично. Нормально. Как это пройти? А, он не убьет? Понятно. Тут, походу, затраливание, да, сейчас сплошные будут. Опа. Ну да, ну да. Мне это не нравится. А, нормально. Опять там какие-то спойлеры пошли, я смотрю. Странно, не ожидал я такого в этой игре. Ну, такого тонкого. Он сейчас чем-нибудь убьет меня, естественно. Так. Мне по-любому два прыжка надо. Понятно. Он, видимо, второй раз уже не будет крутиться. По-английски созвучно с самолетом.
Ух, о, вот тот самый экран, В какой же это? В Season Moon, да? А, вон, точно, Season Moon, который я недавно проходил. Я уже забыл тут, что вообще. Я понял, что вот тут надо налево. Тут уже забыл. Какая хорошая игра. Вот тут я забыл, что делать. Ну, я же говорил, что как бы я могу прерываться на что-то, если там типа есть что-то интересное. Ух ты, я прошел. Так, из игры Айвона Бизы Вайчери. Это реально? Алмаз? Одним прыжком? Нормально. Что-то я не понял. Делается. О, хороший момент. Два корнера. А, лайн все равно для одного из них будет неудачный. Ну вот для верхнего, вот этот, для верхнего. Видите? Да лол. О, это тот самый экран, который я видел. Это из Take the Time Machine. Картофель, если бы увидел, он бы узнал. Но он тут капец усложненный. Короче, все, фарм пошел. It's farming time. Это очень сложный экран. Дурацкий Кирби летает, потому что. А, там еще шипы едут. Не два, это из первой Take the Time Machine. Я не буду вырубать. Эпичненько же смотрится. Ох ты лол. Ах, вот это вот, блин, да. Да, он реально сложный, даже и сейчас. Значит, какой можно вывод сделать? Скилл ни хрена не вырос. Опа. А вот и босс третий. Инфлюка? Серьезно? Я, если честно, был уверен, что стал грин. Так тут инфлюка, босс? Охренеть. Так это же как в тайм-машине именно, босс, я так понимаю.
Так, есть ли смысл спамить? О, а я тайм-машин-то не проходил. Ну я ж, ну блин, ну я не знаю. Ой. Этого не было в тайм-машин. Так как-то. Да, а как это пройти? Там зажало меня просто. Ну я... Долго до меня доходит. Это вообще нормально здесь от рандома умирать на вот этой первой атаке? Ок. А, этот экран. Там в углу надо, что ли, стоять? Надо просто до угла, по-моему, идти и стоять там, писать. Понятно. Вот и слова. Полбосса убил, полбосса. Так, значит, надо уворачиваться от снежинок, а потом... Две волны, да, снежинок, потом выскакивает гроб. Чё ты пишешь? Ну да, ну да, ну да. Ещё 10 раз напиши. Зера завоплил даже ну да написать. А, три волны. Чё? Это же из Брастштайнера. Чувак. Давай дэнс. Нет! Тут рандом, я так понимаю. Не слабо так, не слабо. Ой, что такое? Что это, лол?
Оно меня затягивает. Не, наверное, хреновая все-таки идея по дну ходить. Есть такое чувство. Да, ну, нахрена выжил? Чё? Никогда не знаешь, когда выживешь просто вообще. Когда так выживаешь, то потом уже шансов все равно нет, потому что сидишь и не понимаешь, что вообще происходит. Ну блин, ну вы поняли, что я имел в виду. Как бы я не ждал этого. Я уже понимал, что забавлено. Настроился, понимаешь ли. А он живет. Ну чё вы придираетесь к словам? Вот. Вот это, кажется, похоже на правильную строту. Вот она, блин, магнитная атака. Магнитная атака. О-хо! Должен пройти. Ну, вот эту атаку сейчас. Должен! Прошел. Так, магниты. Магниты, магниты. Снайпер, блин. А! Вот она магнитная. Ну все, короче, стабильность найдена. Только Авейденс бы еще выживать каждый раз. Блин, чё за? А, нормально. Лол. Да все равно ни хрена прогресса нет. Ну как, есть, но такой. То есть его убил бы босса, был бы реальный прогресс. Охренеть. Умри! Затроллят сейчас что-нибудь, нет? Нет, я прошел. Есть. О, программа минимум выполнена на сегодня.
Пророк удачно зашел. Три уровня пройдено. Фу. А это из игры, а его написано Galaxy, которую я проходил. О, почему покерфейсы у всех такие?